Приветствую вас. И то, что вы описываете, это, как мне кажется, сильно про потребность самоутверждения. То есть, ну, вы пытаетесь самоутвердиться, как мне кажется. То есть, вы пытаетесь доказать. Пытаетесь доказать и пытаетесь показать, что, ну, что вы лучше, потому что, наверное, было что-то или кто-то, что в той или иной степени вас, ну, оспаривало. То есть вот это очень похоже на то, что вас постоянно оспаривают. Вот. И, ну, вам сложно с этим мириться, я полагаю. И я полагаю, что, это вполне нормально, то, что вам сложно мириться. С этим я полагаю, что, это как-то посягает на вас, посягает на ваше, на ваше представление о себе. Это посягает на то, что вы о себе думаете, вероятно. Вот. И на мой взгляд, ну, вы видите в этом опасность, и уж если так получается, что вы видите, в этом опасность, то, естественно, вы начинаете что-то делать. То есть я думаю, что, ну, в какой-то степени это защита у вас. Я так думаю. И не вижу, в принципе, ничего плохого конкретно в этом, конкретно в том, что, ну, что вы пытаетесь себя защитить. Вот, другое дело, что за подобной позицией, когда вы говорите, что, что мне кажется, что я умнее. Мне кажется, в этой позиции скрывается немножко другое. То, что я боюсь, что в действительности, на самом деле, я не умнее. Вот. И я думаю, что в этом может быть еще проблема. Вот. Ну, мне так кажется. Поэтому подумать вот не мешает, да? Потому что, будет, образно говоря, что будет, если, ну, вот, если просто допустить, что там вы не, самый умный. Просто допустить. Вот.
что будет, если просто допустить, что вы можете, ну, что вы можете быть неправы, вот, что в таком случае будет. Вот, то есть это, мне кажется, то, на что имеет смысл обратить вам свое внимание. Вот. Ну, люди достаточно болезненно, как мне кажется, реагируют на то, когда их пытаются, ну, им пытаются что-то доказать, да? К сожалению, именно это вы и делаете. Пытаются что-то доказать людям. И мне кажется, что, ну, совершенно естественным образом это вызывает агрессию со стороны окружающих, в том числе со стороны, там, допустим, вашей мамы, которая считает, что вы ее не уважаете. И так далее. Вот. То есть это, конечно, вопрос. Мне кажется, больше про вашу тревожность по поводу того, что, ну, вам могут доказать, показать, что, ну, что вы какая-то не такая, например. Вот. И я думаю, что в этом проблема одна заключается. Ну, я так думаю, по крайней мере. Я могу ошибаться, конечно. Вот. Значит, давайте посмотрим, какой вопрос вы выдаете. Сейчас, да, вот в связи со всем этим. Почему я не могу не вмешиваться в их дела? Потому что от их дел зависит то, как вы будете себя чувствовать. Понимаете? То есть если, вот, условно говоря, если вы не будете вмешиваться в их дела, если вы не будете стараться, ну, как-то вот эту ситуацию, условно говоря, разрулить, да, то вы боитесь, что останетесь за бортом. Вы боитесь, что, ну, к вам просто не будут прислушиваться. Вот. Я не знаю, честно говоря, правда это или нет, я не могу это узнать. Вот. Но мне кажется, что, возможно, какой-то опыт у вас уже был. То есть опыт такой, может быть, депривация, да? То есть вот когда вас, условно говоря, там, может быть, игнорировали, когда вас, условно говоря, обесценивали, да? Может быть, такой опыт у вас уже был. И это неприятный опыт. То есть вы хотели бы, ну, может быть, теми силами, вы хотели бы этого опыта избежать. Вот. И вот как бы то, что вы делаете, да, ну, то, что вы, ну, то, к чему вы стремитесь, это вот как раз попытка избежать этого опыта. Избежать этого негативного опыта, который у вас был, вот, защитить себя, там, от него, ну, грубо говоря,
Можно только понять, что именно вы боитесь, что произойдет, если все-таки вот, ну, если все-таки, если все-таки ситуация вот, ну, будет складываться так, что вы не будете всегда правы. Потому что на данный момент вы зависимы. То есть, понимаете, да, это позиция, но как бы позиция настройки. То есть я над кем-то буду. Вот, я буду над кем-то. Я лучше буду над кем-то. Я лучше буду над кем-то, чем я буду под. Если я буду под кем-то, вот, то может быть такая ситуация неприятная, что там, образно говоря, ну, мной могут воспользоваться. Вот. И вы этого боитесь очень, очень сильно. Как мне кажется, конечно. Вот. Поэтому я бы сказал, вот, что примерно, ну, примерно в таком ключе, можно было бы ответить на ваш вопрос. Вопрос с точки зрения психологии. Вот, и работать вам, как мне, кажется, нужно, больше, да, в большей степени над тем, чтобы как-то более устойчиво становиться. Он сказал. Вот, чтобы становиться более устойчивым, чтобы становиться более спокойным другому, ну, ко мнению других. Но для того, чтобы стать, условно говоря, более терпимым, да, нужно принять себя. И нужно принять вот что-то в себе, чего сейчас, на мой взгляд, вы не принимаете. Ну, не принимаете или не хотите принимать. Вот. Такая вот история. А вот вы пишете, что если я не даю им совет, они совершают ошибки. А хорошо, почему вы не позволяете им совершать ошибки? Я рискну предположить, что по той причине, что вам не позволяли совершать ошибки. Я так думаю. То есть вы не позволяете другим того, что не позволяли вам. Если вы позволите это, вот, то получается, что очень несправедливо было то, что очень несправедливо было то, что запрещали вам в любом случае, как бы. Вот, я думаю, наверное, примерно так. То, что я мог бы вам ответить, то, что я мог бы вам сказать с точки зрения психологии. Вот, ну, давайте, наверное, на этом закончим мой ответ, да? Мне кажется, что
достаточно вы сейчас получили информацию. Вот, я надеюсь, только что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы для себя сделаете обязательно какие-то выводы. Вот, и я надеюсь, что обратитесь за помощью более подробно, более подробно, потому что правда заключается в вашей, образно говоря, невозможности самостоятельно данную проблему решить, в принципе. Вот. И только с помощью психолога вы можете это сделать. То есть, полностью освободиться, образно говоря, от проблематики, которая у вас есть, к сожалению. Вот. Удачи вам всего самого доброго. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо.